Минувшие выходные точно запомнятся посетителям одного из рязанских торговых центров. В субботу вечером, 15 июля, прямо у входа произошла массовая драка. По словам очевидцев, конфликт произошел между таксистом и его клиентом, который отказался платить за поездку. На помощь пассажиру нерусской национальности пришли его товарищи. За водителя же заступились охранники торгового центра. Неизвестно, чем бы закончилась эта массовая драка, если бы на место происшествия не прибыли бы экипажи полиции. Не успел город отдышаться после этого происшествия, как на следующий день, в воскресенье, в этом же торговом центре произошла страшная трагедия. На одном из аттракционов погиб молодой человек, который его обслуживал. По предварительным данным, молодой человек, который работал буквально второй день оператором аттракциона, подумал, что аттракцион завершил цикл работы и хотел закрепить устройство в упор. По факту гибели оператора аттракциона, жителя города Рязани 1994 года рождения, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в настоящее время проводится доследственная проверка. Очевидцы заявляют, что из толпы выбежали мужчины и пытались удержать аттракцион, но, к сожалению, тщетно. На место трагедии прибыли сотрудники полиции. К счастью, дети не пострадали. Следствие будет проводить проверку по вопросам соблюдения техники безопасности. Мы будем следить за развитием событий.